Меня это очень удивило, почему наша мэрия, она не придерживается того, чтобы сделать добро и благо людям. В данном случае нашим жильцам, жильцам нашего дома. Мое мнение, наверное, чья-то заинтересованность, очень сильная заинтересованность в том, чтобы этот кусок земли, если его можно так назвать, ну, оторвать отсюда. И вопреки чаяниям жильцов, все-таки что-то построить здесь. Хотя строить здесь на газопроводе высокого давления, я считаю, что это безумие. Это одна большая братская могила будет, если что-то. Да, у нас уже было возгорание, здесь факел стоял, уже пожарники приезжали. Правда, это давно было, но я лично вот первый раз это слышу, я думала, уже все урегулировались, и прокуратура, и все. Но у нас мэрия прям не отступает. У нее прям такой кровный интерес к нашему участку. Вот нет бы построить нам какую-нибудь площадку спортивную. Детских площадок везде понатыкано. Ну а вот подростки, взрослые, молодые люди тоже бы покачали здесь. Тут что-нибудь насаждение какое-то, солнечное, заводское, ленинский. Он же весь в озеленении, в площадках там вот детишки шайбу там гоняют. У нас как будто мы не люди. Нам еще, мы говорим, мы хотим площадку. Нет, вы хотите дом, чтобы здесь вам воткнули. Нет, мы хотим озеленение, сквер. Не-не-не, вы дом хотите. Кто-то очень хочет построить дом. Ну, конечно, я прям, как вам сказать, прям, ну, удивлена, что ли. Ну, даже не это слово, а другое, конечно. Так как что... вы видите развитие территории? Так же вот вы солидарны? Да, я солидарна с Натальей. Ну, все так и хотят, и садик какой-нибудь. Ведь у нас было, тут у нас дороги, Радище всю вырубили, у нас такая Радище зеленая была, каштаны, все повырубали. Но здесь насадить, мы даже своими силами хотели. И обещали и саженцы нам. Когда давно, правда, это было? Мы говорим, мы все лопаты возьмем, все посадим. Нет, ничего. Прям как-то обидно. Дело в том, что когда происходило как бы начало строительства, вот в прошлом году или в позапрошлом это было, Наташа, я уж сейчас не помню, когда все загородили у нас здесь, то свезли сюда строительный мусор, завалили вот этот вот овраг, отрог оврага, выровняли все. И потом, когда суд вынес решение в пользу, как говорится, жильцов, то этот мусор не убрали. И сейчас там половина театра оперы и балета, которые разрушали, он здесь, так и лежит. Вот так. Хотя бы вывезли, что ли. Я не знаю, здесь газопровод высокого давления. Неужели им не страшно? Они живут в другом месте. Да, конечно. Что им-то, ё-моё? Им-то что?